Мы едем в Сити, город Брисбен. Это река Брисбен, протекает по самому центру города. Мы объедем самый центр, как бы со стороны немного по городу, но не через самый-самый центр. Будет хорошо видно небоскребы, высотные дома, там и апартаменты жилые, и офисы в этих небоскребах. Вот такой наш город Брисбен, красивый. Въезжаем в центр. Мост через реку, через кварталы. Едем навестить друга, а потом мы вернемся в наши края, и для контраста я покажу наши провинциальные окрестности и наш супермаркет, чтобы просто сравнить, какая большая разница может быть в образе жизни городского жителя и в нашей провинции. Но это только 30 километров от Сити, Брисбен. Наши края, мы живем 30 километров. Всего в выходной очень быстро проехать. А это мы уже у себя дома. Вот лошадки, коровки. Австралия для меня — это страна больших масштабов. У нас очень огромные территории для жизни, для дворов больших, домов. В Австралии самые большие дома в мире по площади дома. Ну, есть и маленькие домишки. Вот в маленьких в основном живут пожилые люди, и они не хотят никаких перемен, и просто оставят наследство своим детям эти площади, эти территории. А есть и большие, очень современные, модерновые дома. Озера во дворах у людей. Сады, вот такие, как манговые сады. Из фруктовых деревьев только манго, апельсины растут, лимоны, мандарины и все. Это уже наш австралийский буш, лесок такой. Piece of nature. Water is standing there. Там водичка стоит. Папоротники. Просто лес. Мы в лесу, на горе, где созданы специально для горных велосипедов треки. Mountain bikers. Они привозят свои велосипеды. Мы хотим посмотреть, какие тут условия, дорожки какие для горных велосипедов.
ну, сколько машин. Все байкеры горные. А сейчас приедем в наш местный супермаркет. Деревенский супермаркет. Ульи для пчел. Кто-то поставил. Вот такие вот леса, луга у нас вокруг. И вот тебе такой супермаркет. Называется Супер IGA. Есть просто IGA, а есть вот у нас тут супер. Ну и там есть аптека, всякие такие магазинчики необходимые для жизни. Все повторяю, в 30 километрах от центра сити Брисбен. Красивый магазин. Но сейчас нет магазинов, в которых чего-то не хватает. Все везде есть. Никого ничем не удивишь. Я думаю. Ем. Всего полным-полно. На какую хочешь тему? Хочешь себе тортики, конфеты, вот к Рождеству всякие пудинги, булки. Сыров, горы навалены. Вот мы как раз за этими сырками-то и приехали. Чего только душа твоя пожелает. И возвращаемся домой. Опять озера, опять пространство, дорога домой, коровки, лошадки.